К счастью, все купились, когда я сказал, что Фрэнк мертв, и я избавился от тела. Так что на своих похоронах Фрэнк блистал отсутствием. У мафии есть привычка устраивать важным людям грандиозные похороны, на время которых люди забывают всяческие разборки друг с другом и с покойником. А мертвых или хорошо, или ничего. Любой гангстер вам это скажет. Как минимум, на похоронах. Не только Сальери и наши ребята произносили длинные речи о своем лучшем друге Фрэнке, но даже Морелло и другие гангстеры. Морелло и Сальери плакали друг у друга на плече, как будто и не пытались день назад вцепиться друг другу в глотки. Фрэнк бы в гробу перевернулся, если бы действительно был мертв. В общем, все оказалось не так уж и страшно. Только пришлось сочинить кое-что насчет семьи Фрэнка. Сальери, конечно, хотел помогать бедной вдове своего лучшего друга до конца ее дней. Я же не мог ему сказать, что на самом деле они сейчас с комфортом отдыхают в Европе. Томми, сдается мне, что неприятности еще не кончились. Прокурор, что чуть не использовал против нас Фрэнка, продолжает копаться в дерьме. Я слышал, что у него даже есть свидетель. Похоже, что этот советник, чьего сына ты застрелил, отчаянно жаждет мести. Прокурор его хороший друг. Если мы не задавим это в зародыши, проблемы появятся вновь. Звучит довольно паршиво. Что еще хуже, этот парень никому не доверяет. Он хранит все свидетельства против нас на своей вилле. Сэм и Полли в этот самый момент занимаются свидетелями. А ты заберешь эти доказательства, Том. Как же попасть туда? Ну, сегодня у нас есть великолепная возможность. Господин прокурор решил посетить театр. И никого больше не будет дома. То есть, никого, кроме охранника. Конечно. Но его кабинет будет пуст. Его вилла в квартале миллионеров. Господин прокурор на самом деле не бедный парень. Спасибо, Луиджи. Твоей единственной заботой будет попасть туда, но вокруг виллы будут охранники. Как только залезешь внутрь, будешь в безопасности. Дом пуст. Кабинет прокурора на втором этаже, и там в стене должен быть сейф. На дело возьмешь с собой Сальваторе, этот парень вскроет любой сейф в Америке. Собираете все доказательства и уходите, пока прокурор не вернулся. Окей, босс. Где я могу найти этого Сальваторе? Он будет ждать тебя в Хобокене, на углу рядом со стадионом. Так что сможешь подобрать его по дороге. Мне не нужно говорить тебе, как важна для нас эта работа, Томми. Бона фортуна. Я буду стараться, босс. И Томми. Если ты все же наткнешься на прокурора, ни в коем случае не убивай его. Это лишь добавит нам проблем. Вы можете положиться на меня, босс.